Последний понедельник ноября решил отыграться за теплую осень. Одинцово накрыла черная метель. Коммунальщики обработали дороги от снега и льда в ночь с 26 на 27 ноября. Но снежная стихия вновь стала сюрпризом для многих. Сильнейший снегопад за последние 40 лет. За сутки в Подмосковье выпало почти 60% от месячной нормы осадков. Как добираться на работу? Самые смелые выбрали личный транспорт. Никто не ожидает вовремя, чтобы растаял снег, чтобы падал вовремя. Как все зависит от природы. К слову, добраться до места назначения на общественном транспорте – квест еще тот. Во-первых, до остановки еще нужно дойти. Вот так плохо? Ну, думаю, сейчас ребят нагонят. Это быстро у нас делается. Вокруг домов, по крайней мере, там почищено. Вокруг наших домов. Ну, а здесь, ну, что делать? И машины ездят, и... Сейчас очистят. Я думаю, что, как всегда, зимой снег пришел неожиданно. Во-вторых, Мострансавто предупредила, из-за снегопадов автобусы ходят по фактическому расписанию. Возможны задержки. Но есть и те, кто выпавшему снегу рад. Прекрасно, мне все еще не нравится. Пока что... Рабочие еще стараются, но в целом я очень рад снегопаду, потому что такая погода сильно лучше, чем грязь и каша, которая потом образуется. Но скоро это придет, но пока что наслаждаемся денечками. Синоптики обнадеживающих прогнозов не дают. Снег в московском регионе продолжится, а значит, дорожники продолжат работать в усиленном режиме. В понедельник с последствиями непогоды в округе боролись 86 единиц спецтехники. Дворы убирали 133 машины. Рабочие тоже были в строю. Опасные участки дорог, спуски и подъемы обработали реагентами. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».